Видео создано при поддержке мастерской удивительной игрушки. Amazing Toys, всегда в наличии и на заказ связаны игрушки крючком. Контакты для заказа в описании к видео. Биологи доказали, проанализировав видовое разнообразие всех отрядов и родов млекопитающих, что подвиды животных действительно играют ключевую роль в их эволюции, как об этом писал Чарльз Дарвин. Во второй главе «Происхождение видов» Дарвин пишет, что род животных, в которых присутствует большое число видов, должны содержать в себе больше вариаций этих видов. Мы показали, что подвиды действительно играют важную роль в долговременной эволюции млекопитающих, сказала Лаура Ван Хольштейн, биолог из Кембриджского университета, Великобритания. Один из самых ярких примеров эволюции в трудах Дарвина – это история галапагосских вьюрков, небольших птиц семейства воробьиных, весьма различавшихся по питанию и среде обитания. Эти птицы, как случайно обнаружил великий британский биолог, произошли от одного предка, но впоследствии их облик и в особенности устройство и размеры клюва заметно поменялись при приспособлении к новым экологическим нишам. К примеру, вьюрки, которые начали питаться кровью животных, приобрели острый, тонкий клюв, а их кузены, поедающие семена растений и мякоть кактусов, очень толстый и прочный. Изучая видовое разнообразие этих птиц и других животных, которых он повстречал во время путешествия на Бигле, Дарвин заметил, что этот показатель был неразрывно связан с тем, как много подвидов было у тех или иных представителей фауны. Как правило, чем больше разновидностей встречается у конкретного вида животных, тем больше родичей у них было внутри того рода, к которому они принадлежали. Ученые, как отмечает Ван Хольштейн, долгое время даже не пытались проверить эту теорию, так как для этого потребуется проведение масштабного генетического анализа для сотен видов животных и еще большего числа их подвидов, что невозможно сделать без массы времени и денег. Британские биологи выяснили, как можно обойти эту проблему, используя таксономические данные и описания подвидов разных млекопитающих, которые натуралисты собирали в разных уголках планеты на протяжении последних трех веков. Используя эту информацию, авторы статьи построили несколько вариаций древ эволюции, в которых они учитывали существование подвидов млекопитающих или игнорировали их. Сопоставив их между собой, Ван Хольштейн и ее коллеги оценили то, были ли подвиды животных статистически связаны с темпами эволюции тех родов, которым они принадлежали. Эти расчеты показали, что млекопитающие, имеющие большое число подвидов, действительно в среднем эволюционировали быстрее, чем это делали их близкие или далекие родичи, принадлежавшие к родам с низким внутривидовым разнообразием. Подтвердив теорию Дарвина, ученые вдобавок обнаружили, что предсказываемые ей эволюционные тренды сильнее действовали на морских и рукокрылых млекопитающих, чем на их сухопутных кузенов. Ван Хольштейн и ее команда связывают это с тем, что движение этих животных почти ничто не ограничивает, что способствует формированию новых подвидов и видов в соответствии с законом, открытым Дарвином более 160 лет назад. Статья опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.